В республике полным ходом идет работа по реализации основных направлений нацпроекта «Культура», разработанного по поручению президента России Владимира Путина. В числе основных задач – комплексное обновление учреждений культуры. Одним из таких объектов стало здание детской художественной школы и Центра культурного развития имени Гагарина, где прямо сейчас ведется капитальный ремонт в рамках проекта «Культурная среда». Работы по обновлению здания стартовали в 2024 году. На сегодня уже проведены работы по устройству кровли, утеплению фасада здания и электрики. Активно ведутся внутренние отделочные работы. Важно, что в планах не только улучшение внешнего вида школы, но также и внедрение современных технологий и материалов. Завершить ремонт планируется к концу текущего года. Уверен, новое, а главное современное учреждение культуры заживет новой жизнью, станет не просто комфортным образовательным пространством, а полноценным культурным центром, местом притяжения для наших детей и молодежи. Создаст дополнительные возможности для реализации интересных проектов, выставок и конкурсов. В данный момент на территории республики в рамках нацпроекта «Культурная среда». Нацпроекта «Культура» также активно ведется обновление других учреждений. Домов культуры в Зиюка, Ударном, Мичуринском, Эркенхалке и реконструкция детской школы искусств в Хабезе.